Ай, ай, да вы чё, гоните, что ли? Чё, ай, о, нахер такой подсвет. Это вот, вот этими двумя выстрелами просто вся ситуация в бою описывается. Не попал, не пробил легкий танк. Да как ты попадаешь? Я за скалу заехал. Хватит ему подкручивать. О, неужели попал? Я себя ощущаю Елены Троянской. Все за меня дерутся. Это прекрасно. Ай, не могу. Просто так, походу, блядь, мы чуть-чуть не хватило, мы же почти затащили уже, это же прям вот... И отыграл ты в целом-то нормально этой позиции. О, самый вкусный в конце оставался, я сдох, как обычно. Ну, наотмашь кинул, как бы, и задел меня. Справа давим, пацаны. Рабочая. Стратка. Давим, 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 давим. Рабочая острота, натуре, пацаны. Отвечаю, рабочая острота. Нахер все хп слил. Зато убил. На характере, пацаны, на характере. Тупо стратег. И покомандовал, как бы, и фрагов надел. Не убивай меня, я стратег. Не хвалите меня, не хвалите, ребят. Не, не стоит. Зачем это нужно? Оставьте эти эмоции. Оставьте эти прекрасные слова для других бойцов. Для бойцов моей команды. Они, вы крутые. Вы крутые. Короче. Именно. Ну, пацаны, командор, давай, ну-ка, замешательство ввел команду. Опа, а кто у нас здесь? Это просто незаконно. Это десерт, это мой подарок был за придуманную страту. Там кран-наркоман катается по полю. Пацаны, командир умирает. Бля. Ну это артоводка. Все, пацаны. Надо было дальше сразу поджиматься. Вот, смотри, жог. Рабочая. Понимаешь, все для команды. Поехал, сам сдох, чтобы не отвлекаться. Поздравим, поздравим эту команду, ребят, отлично. Отлично получилось. С какого мы респа? Не, короче. Короче. Okay.
Поехали. Вот это стратегия. Ой. Вот это стратегия, вот это победа. Такие реально мне, такие ранговые мне нравятся больше. Единственное, мне бы еще успевать настреливать. Смотри, мы за тот рез два или три раза подряд расчленили всю команду. А теперь за это расчленение. Молодцы. Молодцы, бойцы. Так, вот эти бои мне нравятся. Третий бой побед. Побед. Подряд победа. Сейчас две секунды. Две секунды, дружище. Все, поехали, 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 поехали давить. Страшно, а надо ехать, давить. Это этого атаку вообще их надо нельзя оттуда отпустить. Опа, этот понял, что в чем что-то не так. Я там с базы расстреливаю жестко. Ладно, замысел понятен. Видишь, текают. Вообще их отпускать нельзя. Все нормально. Ну, что, достойно примем поражение, так сказать. Не бросим команду до последнего. Ну, бывает, что, бывает. Бывает. Бывает, а. Ладно, не будем говорить, что справа агрессивно сыграли. Если бы мы здесь толпой бы въехали вот сюда, вот двое отсюда поехали, и всей толпой сюда, мы бы это могли выиграть. Даже не знаю, что здесь командовать. Нормально, короче, там. Если туда поедут 3-4 танка, будет ништяк. А, конь под калибрами. Ну, короче, все, пошли в жопу, я не буду от борта играть. Там конь под калибрами и этими кумулями. То есть это без вариантов выйти от борта на 113-м. Я понял, тупо законтрено. Хорош 113-й. Везде по нему получал. Да мне вообще надо было там давить тоже. Все, идите нахер, я не хочу играть на этом танке. Я не знаю, там побед нет. Давай, ладно, на чиф я последний, короче, скатаю и все. О, тут можно. Так. О, Страйк, привет. Привет, бойцы. Привет, Олег. Олег. Да там справа все равно дрочево стоят. Так что будем слева сейчас давить. Давай, 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 пацаны. Ну здесь малыми силами разваливаем их. Хорош. Вот эта команда, я понимаю. Вот она, небольшая группа. Опа, не туда, конечно, стрельнул. Небольшая группа. Ага, вот я же говорил. И тут-то было бы. Ну и чё, мы в 4, ну там, в 5-6 танков размотали весь левый фланг. Диверсионный отряд. Ну вот он, вот я, вот это я понимаю чемпиона. Тут-то хер много мозгов надо, стоишь там. Играешь из рельефа. А вот правильно тактическое решение, которое перевернет весь бой, вот это да.
это другое. Чемпионы, ребят, чемпионы! Все, легчайшее, легчайшее. Опа, смотрите. Поехали, пацаны, со мной. У всех все хорошо. Не поехали, нехорошо. Ладно, поробли. Поздравляем, 8-й ранг. Спасибо, спасибо, ребят. Все, давайте. Всем пока.